Всем привет, привет, друзья! Ну, привет! Ой, Эндерман, мой любимый! И еще Эндерман. Эндерман, погодите, зрители. Яркость, свет добавлю. Если Эндерман, нам лучше играть лучше было. Вот так вот. Вот так вот. Это кто так? А, ты нашел дальше. Где голем? А где голем, да? Да что, големов нету. Будем прям бомбу делать. О, блин, тут бомба. Видели, как кстати? Вот это моя комната. Спин-спин. Кстати, я чупа-чуп съем. Так. Это же звук умирания. Сколько же? Кстати, зрители, у меня для вас вопрос. Похоже на петарды. Из игры карт. Из игры пищет тартар. Потеряли, пацаны. Во, у нас украли, пацаны. Потеряли. А у нас украли. Пацаны. Потеряли. О, пошлите в тот дом. Сами. Нормально. А, кстати, помните, у нас самое первое видео? Чего? Еще одна деревня? Вы представляете, как это круто? Это имба има. Сейчас тут будет коситься. Я офигею. Вот что самое легендарное событие. Наверное, кто-то был. Хорошо, что тут... Блин. А как тут жизнь приходит вниз? Ну да, интересно. Крестьяне, крестьяне. У тебя есть крестьяне. Вдруг что-то подожди. Наконец-то большая живет. Вам нужны люди. Ничего вроде полезного. Ничего полезного нету. Его у нас украли, пацана, птель. Его у нас украли. Тогда я песню не слышу. О, все, не знаю. Пацана потеряли, его у нас украли, пацана потеряли, он у нас легендарный был, и был. Так, вот это тоже нужно. Что нужно? Погнали ходить. Так. Интересненько.
Ух ты, большой дом, это довидно, я тогда. Когда я сейчас если ставить чипачок, что вырастет. Наверное, такие. Жители, привык ли тут падать? Или нет? Круто сказал. Ну, я тебе. Карта. Не, она не нужна. Как-то они тут пальцы. Это коробочка нужна. Это рогаля. Так. Что бы нам сегодня делать, зрители Майнкрафта? О, ой, не козёл. Давайте поискаем еще с кузницу. Я сказал с кузницу. Смешное слово с кузницу, да? Окей, с кузницу. С кузницу найти. Понял. Сейчас ничего. Баран. Неужели там хоть бы кузнецом? Твою сдал это! Да. Тут кузнецы есть. Кузнеца, кузнеца. 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 Кур, кузнеца. Кура, кура, кузнеца. Кузнеца, кузнеца. Кура. О, чё? Нормально тут. Ну всё. Ну, Санта. Если что, я играю как-то. Ну, помните, как в первом начале, когда я только научился на него играть, я играл на руле. Вот на руле. То есть, вот тут умора было. Ну что, все равно нет. Так, подумайте же. Thank you.
Зарите воды. Это долго жарится. Ну просто. А тут оба. Если бы у меня факел был. Вот так вот. Где стоит? Железо! Да вы по железу издеваете для меня? Что, железка? Давайте, что я люблю. Ну, конечно, я люблю. Еще раз стеру. Позвольте, я... Что издевать? Мишка. Золото! Ну вы тоже снимаете, что у меня больше золота. Это золото тоже. Золото. Да вы издеваетесь по золоту. Ты умеешь его. И так слишком много. Ну, они... Обратный пересчет? Офигеть. Вот офигеть. А теперь уже... Можно взять ветку и взорвать все это. Вот странно, алмазов. Ну, а я так это делаю, когда алмазов мне не попало. С алмазом это с собой другое. Вот все. И теперь можно идти с кухней. Гори, 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 лети через верх. Уйдем. Что эта песня такая? Короче, Хлебушка. Теперь на другую перейду. Это еще больше. Все не нужно. А если чтоб я там сел? Ну, давайте поехали. Тут я вообще обогатился.